Погоди, так в этом все твоя вина? Ну, как бы сказать, я взяла у Тюпимику зелье любви и хотела направить на Лалу Сипси, но как только я открыла, вылетел пар, и, короче, оно на вас попало с плохо. Погоди, а кто тебе разрешал зайти в лабораторию Тюпимику? Никто, но я хотела это сделать секретно. Ну, ты и накосячила. Агась? Я не хотела. Ребят, я не шифрила голубого спо. Это вышло немножко случайно. Вот-то мне нельзя, короче, ходить в лабораторию Тюпимику без разрешения и просить всякие зелья. Всем пока. Всем привет.